Спасибо большое. Выступление довольно объемное, и здесь вот информация у нас есть с фотографиями. В общем, вопросы есть у вас? Есть, пожалуйста, Александр. У нас есть женщина, отвечает за соцобеспечение. Что у нас будет с картами соцобеспечения? Ну, это немножечко, вот социальная, вы знаете, это районное управление социальной защиты населения, занимается картами. Вы занимаетесь, вот видите, вот о чем я говорю, информированность населения, понимаете? Мы с вами даже не знаем, кто чем занимается. Функция Центра социального обслуживания населения входит обслуживание граждан старшего возраста на дому, обслуживание социально-бытовое и социально-медицинское. Входит работа по выявлению там проблемных семей. Но вот, к сожалению, карты москвича мы не занимаемся. Кого спросить за совет? Районное управление социальной защиты населения. Авлина Татьяна Александровна. Александр Сергеевич, обратиться к Авлиной Татьяне Александровне. Татьяна Александровна, можно я еще, извините, пожалуйста, можно еще молитву добавлю? Вам нужно, вы мне вопросы дайте, мы зададим на оперативном совещании Васильевной. Зададим, и я вам все доложу. Если нужно будет, просто можем инициировать, пригласить сюда Татьяну Авлину или кого-либо из начальников управления. Александр Сергеевич, полгода уже. Вера Сергеевна, да. Можно мне еще буквально два слова? Да? Значит, во-первых, я хотела бы, вот Павел Николаевич рассказывал о том, что работает школа здоровья. Я хотела бы сказать, что на базе филиала работает школа здоровья. Спасибо большое Павлу Николаевичу. Она организована была по его инициативе. Она пользуется большим спросом у граждан. Туда приходят врачи-специалисты и рассказывают о профилактике вторичных заболеваний, о проблемах людей старшего возраста. У нас работает школа по уходу. Это для родственников, для родственников тяжело больных людей и инвалидов. Занятия ведут там преподаватели медицинского колледжа номер 8. И еще я хотела бы поблагодарить Веру Сергеевну, депутатов, управу района Крюкова, так как до меня дошла информация. Вы знаете, мы же стараемся, мы переехали в новое здание, мы стараемся благоустроить свой центр, но не все в наших силах. И вот, насколько я знаю, что у нас появятся сейчас лавочки у центра, у нас появятся урночки у центра. Еще, значит, нам, конечно, очень хотелось бы высадить зеленую аллею, это по желанию наших... Вот у нас была Палкина Светлана Николаевна, я сейчас не вижу, на последней встрече с жителями района. И, значит, жители высказали просьбу высадить аллею вот у 2014, да, в центральной части. И еще просили управу Крюкова и совет депутатов обратить внимание, что в нашем районе, районе Крюкова, нет танцевальной площадки. А вот им очень хотелось бы, чтобы она держим была. Держим в уме. Да. Держим. Да. Спасибо большое. Еще вопросы есть, уважаемые депутаты? Нет вопросов. Нет. Спасибо. Наталья Евгеньевна, спасибо вам большое. Женя, а вы обещаете нам, ветеранам, сделать эту экскурсию в зоны городов в честь дня космонавтики? Сделаем вам чужие. Ну, хотите, приходите, мы вам все сделаем. Уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, давайте все-таки мы подведем такой вот итог этому блоку и поблагодарим еще раз Павла Николаевича, вас, Наталью Евгеньевну, вас, всех присутствующих. И передайте наши слова благодарности всем коллективам вашим, потому что работа проводится на самом деле огромная. Для нас, депутатов, та информация, которую мы получаем, она очень важна. Мы будем использовать ее в работе. И особенно важны вот эти вот печатные материалы, которые на руках у каждого депутата есть. Это ваша огромная работа, и цифры для работы депутата с жителями, конечно, будут использоваться. Мы желаем, чтобы в будущем вот такое взаимодействие, оно и продолжалось, и целесообразно все-таки проводить вот наши собрания вот именно вот этим блоком, потому что я чувствую, что есть точки соприкосновения, поэтому тут все вот хочется пожелать только улучшения. Спасибо вам большое за участие. И, в принципе, вот вы можете быть свободными. Спасибо вам. Не, а решение-то примем. А, решение-то примем, конечно, уважаемые депутаты. Ну, вот переходим к проекту нашего решения.
Здесь мы принимаем информацию к сведению. Направим также, Наталья Евгеньевна, вам информацию, вам решение наше направим. Кроме этого, мы направляем и по тому, и по другому вопросу в префектуру решение наше и направляем департаменты и здравоохранения, и территориальных органов, то есть и соцзащиты. То есть вы имеете в виду, что информация проходит по всем инстанциям. Так что, уважаемые депутаты, предложение поступило голосовать. Да, да. Пожалуйста. Спасибо, единогласно. Спасибо вам всем. Так, уважаемые депутаты, как мы с вами договаривались в самом начале, значит, мы сейчас девятый вопрос Светлану Сергеевну по вопросу о проекте решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального округа. Послушаем, пожалуйста. Светлана Сергеевна. Девятый вопрос. Да, вопрос о проекте решения. Одну минуту, Светлана Сергеевна. У вас отдельная информация есть по этому вопросу. Посмотрите. Отдельным блоком, по-моему. Подборки. Подборки, да. Прошу прощения. Немножко не то. Извините. Об исполнении бюджета муниципального округа Крюкова за 2013 год. Ведь решение, вот этот проект решения мы рассматриваем как бы тремя этапами. Сначала мы рассматриваем проект решения, потом мы объявляем по проекту публичное слушание. И уже после того, как мы получаем заключение контрольно-счетной палаты на наш годовой отчет, мы уже непосредственно принимаем само решение об исполнении бюджета за прошлый год. Значит, вот все таблицы, в каком виде мы принимали бюджет, вот все таблицы такие с расходами, они в таком же виде вам даны. Соответственно, бюджет мы принимали решением Совета депутатов 25 декабря 2012 года, это на 2013 год, я все рассказываю, да, бюджет. Принимали сбалансированный бюджет по расходам и доходам в размере 56 127,5 тысяч рублей. В течение 2013 года, значит, по решениям Совета депутатов, бюджет был увеличен по расходам на 3 132 тысячи рублей за счет собственных средств бюджета муниципального округа. И была выделена дополнительно еще субсидия из бюджета города Москвы для целей повышения эффективности осуществления Совета депутатов муниципального округа Крюкова полномочий города Москвы, переданных в соответствии с законом города Москвы номер 39. Еще на 2 134 тысячи рублей. Таким образом, на 1 января 2014 года бюджет муниципального округа по доходам составил 58 268,5 тысяч рублей, по расходам 61 393,5 тысячи рублей, по источникам финансирования дефицита бюджета 3 132 тысячи рублей. Фактическое выполнение плана по доходам на 1 января 2014 года составило 55 645 800 тысяч рублей или 95,5% от утвержденных ассигнований. В том числе по налогу на доходы физических лиц мы выполнили план на 105%, а вот по безвозмездным поступлениям на 92%. То есть по субвенциям мы выполнили план на 100% нам дали, да? Но в течение 2013 года мы возвращали остатки средств субвенций и остатки как бы субсидий, которые нам давали в 2013 году. А исполнение местного бюджета по расходам составило 57 206 тысяч рублей или 93% от утвержденных ассигнований. Ну, в общем-то, бюджет в итоге был исполнен с фактическим дефицитом в 1 554 тысячи рублей. Источником финансирования дефицита бюджета являются остатки средств на счетах по учету средств бюджета. В целом, при исполнении расходной части бюджета осуществлялся контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства и целевым использованием средств. Годовой отчет об исполнении бюджета был направлен в полном объеме в контрольно-счетную палату города Москвы для проведения внешней проверки. Ну, все, если есть вопросы, давайте. Я прошу дополнить председателя бюджетной комиссии Людмилу Сергеевну, пожалуйста. Светлана Сергеевна, вы пока присутствуете.
Есть что сказать, Людмила Сергеевна Порошкова? В принципе, я предлагаю, так как со всеми документами, со всеми таблицами, которые были нам направлены, мы все знакомы и уже, скажем, не только, скажем, в электронном виде обсуждался этот вопрос. В принципе, показатели взаимоувязаны. Я предлагаю, скажем так, в первом чтении принять проект исполнения бюджета за 2013 год и, соответственно, направить в соответствии с положением о бюджетном процессе, направить контрольно-счетную палату для проведения внешней проверки, по результатам которой потом мы будем уже готовить заключение, организовать публичные слушания и разместить в средствах массовой информации принятое решение. Все у вас так? Да, спасибо. Уважаемые депутаты, давайте посмотрим. Вот в проекте решения у нас дата публичных слушаний обозначена 30 апреля. Да, это соответствует всем требованиям, и поэтому сказать особо и нечего. То есть в дальнейшем более серьезная работа пойдет по бюджету, поэтому будем рассматривать еще не один раз. Пожалуйста, по бюджету. А мы, Светлана Сергеевна, как мы, чем мы руководствовались, как мы принимали решение возвратить субвенции части? Мне кажется, ну, опять же, я дилетант в этом смысле, но кажется, у нас дефицитный бюджет, при этом мы вернули субвенции. А субвенции мы не можем вернуть, потому что у нас исключены соглашения с теми, кто дает субвенции. Департамент финансов, департамент культуры и департамент физической культуры и спорта. Да. И там прописано, что если мы не тратим 100% вот этих средств, то мы остаток в следующем году возвращаем. То есть, то, что они у нас возвращаем только те, которые мы не потратили. Да, и мы их возвращаем. Ага. А, соответственно, дефицит у нас образовался из-за перерасходов по другим статьям, не по этим. Дефицит мы принимали. Если мы, например, увеличиваем расходы, да, но не увеличиваем при этом доходы, нам просто их некуда увеличить, то это дефицит. Да, ну, это, если мы приняли 3 миллиона дефицита, все, дефицит фактически там в половину образовался. Правильно, я понимаю, что по сути у нас технический возврат этих субвенций. То есть мы, да, его, да, не, мы о нем не думаем, мы его не рассматриваем. Мы его даже не планируем, потому что... План мероприятия, мы его выполнили там, на 98%, соответственно, 2% мы возвращаем... Да. Спасибо, тогда мы просто обязаны. Вопросы есть еще, уважаемые депутаты? Какие предложения будут? Значит, я правильно, то есть по результатам прошлого заседания, насколько у меня, то есть мы когда возвращаем деньги, то есть на эту сумму следующий бюджет следующего года не уменьшается? Нет. Это просто что-то. Какие предложения будут? Принять решение. Прошу проголосовать, уважаемые депутаты. Спасибо, Светлана Сергеевна, бегите. Это прежде всего связано с госполномочиями, которые с 1 апреля их вообще не будут. Итак, следующий вопрос по повестке, это Алла Анатольевна. Вопрос, который рассмотрен был нами на заседании комиссии 18 числа. И, в общем-то, материалы, как мы и договаривались, уважаемые депутаты, материалы подработаны. Суммы появились, то есть работа проведена очень большая и серьезная. Пожалуйста. Значит, мы на рабочей группе с вами уже обсудили, что уважаемые депутаты, давайте деньги, которые выделяются на стимулирование прав районов, это возвращенные налоги, заплаченные жителями за те или иные мероприятия, по которым они были оштрафованы. Значит, раз в полгода МЧС возвращается на счет управы, и мы обязаны согласовать с советом депутатов для того, чтобы решить, как эти средства будут потрачены. Значит, мы на прошлом рабочей группе с вами все уже обсудили. Было предложение потратить их следующим образом. 2 миллиона выделить на ремонт асфальта, 1,5 миллиона выделить на работы по обращениям граждан и по обращениям на портал. И 6 миллионов там, 200 тысяч с копейками, значит, выделить на проведение работ по актуализации паспортов дорог и территории. Значит, если у вас никаких возражений, то, что у нас не было, мы все объяснили, сейчас ничего не изменилось. Пожалуйста, какие есть вопросы какие-то? Я помню только вопрос, который по приоритизации, который мы просили. Мы, да, мы пересмотрели таблицу, все расставлено. Вначале идут те, которые остро нужно, ну, в смысле, обязательно порядок нужно сделать. Да. И к концу таблицы те обращения, которые могут подождать. То есть, первый, да, в случае, да, если денег не хватает, мы делаем их четко, выбираем из таблицы, могут быть. Конечно. Какие вопросы? Есть еще, нет? Предложение. 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 Принять.
Значит, посмотрите проект решения, адресные перечни все представлены, мы их принимаем и направляем вам, Анатольевна, и публикуем в Московском Вестнике, в муниципальном Вестнике. Спасибо вам за большую работу. Спасибо. Так, следующий вопрос по повестке нашего заседания сегодня, это подготовка по плане подготовки к 70-летию. Пожалуйста, Евгений Сергеевич. К 70-летию победы. Добрый день, уважаемые депутаты, согласованные. Сразу хотел принести извинения, что план был выслан практически за вот недавно только, да. Вот, так как вы попросили на предыдущем заседании включить достаточно большой блок, это по финансированию, финансирование на 2014-2015 года, поэтому на сегодняшний день, еще если вы обратите внимание в этом плане, еще некоторое финансирование не согласовано по некоторым мероприятиям. Но в целом, как бы, уже понимание есть. Мы согласовывали финансирование. Также мы учли почти все предложения депутатов, которые были направлены нам в управу. Также мы переработали планы районного ветеранского совета, несколько мероприятий также были включены в этот план. То есть это видно в плане. Вот. Также многие мероприятия были внесены в данный проект плана и по молодежной политике. Отдельно был разработан еще дополнительный план по молодежной политике, который более детализированный, но это под молодежную политику, он тоже был вам направлен. Сразу обращу внимание на некоторые моменты, чтобы как бы не поднимался этот вопрос, я готов сразу ответить на него перед тем, как перейдем к плану. В плане нет конкретных фамилий, имя, отчества, то, что просили депутаты. Такого мы не можем сделать в этом плане, потому что управа района Крюкова у нас есть один ответственный человек, и он отвечает, это глава. Естественно, за этот план отвечаю я, как зам главы по социальной политике, за этот план. Поэтому конкретных ответственных нет, здесь есть в целом управа. Теперь перейдем к плану мероприятий. А вы что предлагаете сейчас по всем позициям пройти, да? Я или готов как-то пройти по блокам, то есть, как бы, потому что план давайте был направлен, давайте по вопросам. План направлен, конечно, основательно мы его не изучили на сегодня, но изменения не произошли по существу. Они произошли с добавлениями вот в связи с нашими просьбами. Давайте мы вопросы все-таки, какие вас волнуют, вот пообсуждаем немножечко. Можно я начну, уважаемые депутаты? Вот, ну, меня волнуют, конечно, два вопроса. Вы уже предполагаете, Евгений Сергеевич, это, конечно, скульптура «Наша женщина-победитель» или «Женщина-воин» и «Рубеж славы каменки». Вот давайте. Здесь не заложено финансирование, значит, как вообще, что давайте, на сегодня, давайте, что на сегодня предпринято, значит, и что, да, и что. Открываться там тоже запланировано в 2015 году, если посмотреть дальше, в культурно-массовых мероприятиях, но с выполнением данных пунктов, пункта 13 и пункта 14. Давайте расскажу, какая была проделана работа в этом плане. Данный проект... буду краток, если нужно будет задать вопрос. Данный проект оценивался примерно в 17 миллионов рублей. Это рубеж Крюковский в Каменках, где-то порядка 15 миллионов рублей оценивался по смельфам. И это скульптура «Женщина-победитель», как мы уже поняли, это «Женщина-победитель», потому что есть много разных рабочих названий, «Женщина-воин» и так далее, поэтому «Женщина-победитель» оценивался порядка в 6 миллионов рублей. Вот. На сегодняшний день мы пересмотрели данные сметы, пересмотрели с организацией, которая была заказчиком муниципалитета, с Эльбрусом. Вот. На сегодняшний день мы снизили данные цифры, как вы видите, они здесь уже в плане чуть-чуть другие. Это до 1 миллиона рублей это скульптура, и до 11 миллионов рублей это благоустройство,
в районе деревни Каменка, то есть до 11 миллионов. Также есть понимание по снижению расходов по деревне Каменке вплоть до 5 миллионов рублей, да, то есть, но это упражнение материалов. Объясню, почему мы идем сейчас на эти моменты. Касаемо данной скульптуры и данного захоронения в деревне Каменки не было заложено финансирование. То есть не было заложено финансирование в 2014 году. И, в общем-то, в 2015 году, если мы заложим финансирование, мы просто не успеем до 9 мая 2015 года это сделать, эти работы сделать. Поэтому мы стали перерабатывать сметы. На сегодняшний день мы имеем цифры 1 миллион и 11 миллионов. И данные цифры уже легли в план на оргкомитет, который прошел на этой неделе под председательством мэра Москвы Сергея Семеновича Самялина. В плане у Анатолия Николаевича Смирнова была уже закинута как бы первая просьба к Сергею Семеновичу Собянину по данным двум проектам. Что касаемо дальше наши какие действия. Как вы знаете, 16 апреля будет оргкомитет наш окружной под председательством Смирнова Антона Николаевича, нашего префекта. И данные вопросы будут подниматься там, на этом оргкомитете. Поэтому на сегодняшний день мы ищем финансирование на данные два проекта. После этого оргкомитета будут какие-то решения. И дальше мы пойдем, либо же мы будем понимать, что это будет выделение какое-то отдельно от нашего мэра именно на этот проект, как было много разных примеров, да, то есть там, когда он приезжал к нам в гости, когда депутаты просили его о некоторых вопросах. Либо же мы пойдем по пути инвесторов, наших предпринимательской, спонсорской помощи в рамках этого проекта. Вот такие у нас сегодня есть пути решения данных проектов, реализации данных проектов. А можно немножко поподробнее? Вот вы сказали, что, скажем, упрощение материалов, или как там фразу вы использовали. Да. То есть это, да, это что? То есть у нас вообще все изменится, я так понимаю? Нет, сам формат все останется такое же, но, допустим, если в проекте на сегодняшний день за 11 миллионов мы меняем все покрытие, всего захоронения, мы меняем ограждение, которое, кстати, было сделано буквально полтора года тому назад, новое, меняем на чугунное и со звездами, да, что было в проекте. То есть и делаем, например, не гранитную крошку, а бетонную крошку, то тогда мы проект можем сократить вот именно на эти 5 миллионов и реализовать его хотя бы в таком виде. Также в проекте за 5 миллионов убираются архитектурные малые формы, это скамейки, урны, то есть они также не помещаются. Но в дальнейшем, в 2015 году, мы можем заложить как благоустройство территории и малые формы включить в этот план, то есть как бы, чтобы это все устроили. Да, но делаем первые шаги, поэтому на сегодняшний день мы пока предоставили, сейчас компания Эльбрус нам предоставила аж 4 сметы. Это 11, это 7, это 6 и 5. То есть вот такие как бы снижению материалов. То есть данные предложения будут выложены нашему префекту Анатолию Николаевичу Смирнову для принятия решения. Скажите, на оргкомитете. А вот на эту встречу, уважаемые депутаты, значит, не все из вас, конечно, знают. Вот Александр Васильевич, мы были вместе с ветеранами на приеме, Евгений Сергеевич на приеме у Свиридовой Натальи Анатольевны, где обсуждались вот эти вопросы. В основном вопрос, конечно, денежный, откуда взять деньги. И вот там шел разговор Евгения Сергеевича о том, что как раз на заседание оргкомитета можно пригласить тот же Эльбрус, который расскажет о своем проекте, покажет слайды, и префекту будет проще воспринимать вообще, что это такое и откуда это взялось. А так у нас могут тоже возникнуть какое-то непонимание, что это вот придумано кем-то, извините, и все.
Вот будет использоваться этот подход или нет? Ну, компанию «Эльбрус» мы не видим целесообразно приглашать, а ну, там будет выступать глава управы Дмитрий Витальевич, и это, естественно, его выступление. То есть использование конечно. Вот этой вот... Конечно, мы будем предоставлять именно максимальную информацию. Да, то, что мы сейчас за две недели с компанией «Эльбрус», им отдельное спасибо, потому что они очень много сделали работы, потому что они должны были сделать одну смету, а мы их просили уже два раза поменять эту смету, и плюс они предоставили очень большой спектр. Хорошо. Какие вопросы еще? Нет, по 32-й позиции. Организация торжественного открытия улицы Веры Тарасовой. В прошлый раз мы об этом уже говорили. Нет, постановление пришло, здесь стоит 15-й год. Она уже названа. Ну, уже названа. Нет, да, что, будет ли эффект, если через два года, после того, как она уже везде действует, вдруг открытие будет? Здесь также могу ответить. У нас не было заложено финансирование в 2014 году. И если нужно открытие, чтобы мы все вместе собрались, перерезали какую-то ленточку где-то в середине и открыли эту улицу, это одно. Это мы можем организовать даже в этом году, этим летом. Если необходимо, также было предложение с установкой мемориальной доски, если вы видите, там, да, добавление. Если с установкой мемориальной доски, следовательно, мы будем понимать, где мы делаем открытие, то есть и делаем, вот как видите, тут тоже бюджет мы закладываем, мы делаем какой-то небольшой концерт, то есть как бы, да, какое-то мероприятие и делаем красивое открытие этой улицы. То есть, ну, точнее было бы правильнее сказать не открытие, а торжественное открытие улицы. Открытие доски. Доски, да. Улица уже год существует. Лагвиненко тоже торжественная там доска. Уже сколько действует. Так, 70-летие все уделали. 70-летие, то есть это просто тогда не одно, там несколько досок. Может быть, написать тогда праздничное какое-то мероприятие. Да, мероприятие. У нас не пойдет население, когда мы улицы. Торжественное, как раз таки заложено. Какие еще вопросы есть? Есть. Пожалуйста. Продолжение. 33-й пункт. Организация и проведение реконструкции битвы за Москву. 2015 год. План. О плане подготовки к празднованию 70-й годовщины победы Великой Отечественной войны. Так когда мы будем делать вот эту организацию битвы? Это планируется летом 15-го года, посвященное к 70-летию, то есть такое грандиозное. Оно уже несколько раз, это мероприятие у нас. Ну, 70-летие декабря же. Нет, ну у нас весь год будет чествование, празднество этой даты, поэтому... Не мы... этой даты, а даты победы. Да, даты победы, да. То есть здесь год. Тоже подкорректировать, будет снега, видимо, да? Подкорректировать название. Вот не битва, да, не битва под Москвой. Вот это, да? Да? Что там придумать? Или события, или Великой победы. Потому что битва под Москвой, да, это конкретно. Это завтра у всех, да, конкретно, это 5 декабря. Да. Какие еще вопросы есть? Да тут вопросов много, тут надо изучить его по пунктам. Потому что, вот, допустим, нет. Пункт первый. План мероприятия по организации проведения праздничных мероприятий. Участие молодежи в районе района Крюкова, в районах. Ответственные управа района. Участие молодежи. Значит, какая-то молодежная организация. Да, на сегодняшний день мы общаемся с некоммерческими организациями, молодежными организациями. Вот. На сегодняшний день мы... Это не привлекает ответственность. Ну хорошо, участие молодежи. Надо молодежь конкретно указать. Ну на сегодняшний день мы не можем указать конкретную молодежь, потому что у нас сегодня в разработке положение молодежного совета, которое мы позже тоже вам представим. Ну, как вы знаете, я вступил в должность буквально 3 недели там назад. Поэтому на сегодняшний день молодежный совет, вот данный план, который вам был представлен, это будет представлен молодежному совету для реализации его в рамках 70-летия. Александр Сергеевич, я предлагаю... Вот есть тоже ряд вопросов, которые я бы конкретизировал. Можно одну минуту, значит, извините, я прерву вас и предложу такой вот, на мой взгляд, очень правильный вариант работы, продолжение работы над этим планом. Поскольку мы его получили, вот, скажем, горяченьким, значит, я предлагаю в письменном виде на электронную почту прислать нам ваши конкретные предложения. Пункт такой-то читать так-то, пункт такой-то читать вот так-то. А в основном, конечно, принимается такое предложение?
Можем проголосовать, да? Давайте. Давайте проголосуем. Единогласно. В основном одобрить, кто даже. И с дополнениями вот по молодежной политике, которую вы выстраиваете, то есть это все в будущем, конечно. Могу проинформировать вас, уважаемые депутаты, вот сегодня присутствовал Виктор Петрович на этой встрече. Вот вторая встреча, скажем, проводится управой. Вчера она проводилась с общественными организациями. Сегодня с директорами школ проводилась. И все, в общем-то, касается вот именно работы с молодежью. Здесь нужны и наши будут усилия в организации этой работы, в помощи. То есть это только первые шаги. Как дальше, будем видеть и будем помогать, конечно. Спасибо. 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 Спасибо вам, Нариман Николаевич. Так, переходим с вами к регламентам нашим. Значит, уважаемые депутаты, мы вот эти регламенты направляли вам давно. И работали. Направляли давно для работы заблаговременно, то есть не нарушили вообще никаких норм. И от вас на сегодня мы не получили никаких предложений. Да я более того могу сказать, что, наверное, предложений трудно было высказать, потому что работали над этими регламентами департаменты, между которыми вот будет проводиться вот это взаимодействие. Это очень непростые вопросы. Если вы читали, вы обратили внимание, что надо вчитываться в эти регламенты. Это будущее, по сути, наша работа очень серьезная. Поэтому вот у меня есть такое предложение. Мы по каждому регламенту с вами проголосуем, потому что, ну, зачитывать, как вы считаете, есть смысл? Нет, 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 конечно, смысла нет. Значит, и будем использовать в работе, в общем-то, по тем нормам, которые для нас прописаны. Да? Итак, уважаемые депутаты, прошу проголосовать по проекту решения об утверждении регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства. Спасибо, единогласно. Об утверждении регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов. Спасибо, единогласно. Об утверждении регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое многоквартирном жилом доме. Это работа очень сложная. Вообще она ляжет на плечи вот наших комиссий, и вот я уже так просматривала положение по комиссиям, и, честно говоря, не завидую. Тут юрист нужен серьезно. Нам не завидую. Значит, и следующий регламент – это утверждение регламента реализации отдельных полномочий по согласованию места размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы. Вот на этом регламенте я вас прошу остановиться более серьезно, потому что вот в этом регламенте есть приложение, на которое нам необходимо будет обратить внимание. И буквально вот в течение, наверное, вот на следующей неделе мы с Тамарой Николаевной поработаем и подготовим график. Каждый депутат должен будет посещать ярмарку и составлять вот по той форме, которая у вас там есть. Как же создаете группы из трех человек? Вот, я и говорю, так эти группы надо создать еще. Я должна их создать, эти группы, вам направить. И на основании вот нашей договоренности, значит, если у вас какие-то желания есть, вы можете между собой договориться. Мы предложение выскажем, а вы уже будете вносить коррективы. Значит, поэтому я прошу вас вот обратить внимание на приложение по этому вопросу, и в соответствии с этими приложениями мы с вами будем посещать ярмарки и отмечать, где какие нарушения мы увидели, только по тем вопросам, которые прописаны вот в этом. Да, хорошо написано. Там единственное, что
мы не можем с вами задавать вопросы, вернее, задать вопрос мы можем, но особенно глубоко вникать в суть этого вопроса ценового мы все-таки с вами не уполномочены пока еще. Это самое серьезное. Поэтому я предлагаю тоже утвердить, принять это решение. Спасибо. Так, следующий вопрос. Виктор Иванович, о поощрении депутатов. Ну, уважаемые коллеги, мы с вами решили за активное участие в усвоении денег полномочий города Москвы, передано закон города Москвы 11 июля 2017 года, поощрить наших депутатов в размере 55 714 рублей. Всех. Есть вопросы? У меня вопрос про Веру Сергеевну, это все-таки некрасиво. Я объясню сейчас. Там дело связано с налогами. То есть сумма та же самая, но с учетом... Кто за данное предложение, спасибо, проголосовать? Есть. Все, Вера Сергеевна. Спасибо, я не успела глазом открыть. Ходатайствуйте передо мной, чтобы я выпустил распоряжение. На 1 апреля. Конечно, мы вам дадим сейчас слово. Ну и вот по плану работы и по... И по при... А, бланкам. Ну, здесь тоже присланы нам были определенные нормы, и вариантов других не предусматривается. То есть мы обязаны сейчас уже поработать по этому вопросу и работать уже с 1 апреля в соответствии с нормами. Там и решение, и депутат. Сейчас у нас этих бланков уже почти нет. Да, распоряжение, постановление. Ну, постановления там нет. Есть, да? Есть. А какие постановления? Постановление у главы. Вы, главное, проголосуйте, все нормально. Значит, по бланкам давайте мы утвердим решение. Давайте. Спасибо. Ну и вот по плану, знаете, очень непросто было составить план. Мы, конечно, от вас не запрашивали ваших предложений. В основном ориентировались на то, что необходимо будет нам принять в первую очередь. Напряженная будет работа, опять же, она пойдет через комиссии. Это и положение, и регламент работы аппарата Совета депутатов. И, в общем-то, вопросы, связанные с нормативно-правовыми актами. Регламенты опять же будут, ну и с бюджетом, вот июнь месяц у нас вопрос по бюджету, это 100% будет. Кроме этих вопросов, естественно, возникнут и другие вопросы, естественно. То есть мы постараемся как-то спланировать работу таким образом, чтобы не оказаться уж очень глубоко в каких-то пробелах. Вот в этом плане надо будет поработать. Есть предложение утвердить план работы, да. И график приема депутатов. И направить график приема. Прошу проголосовать. Спасибо. Уважаемые депутаты, повестка наша исчерпана. Я прошу не отключать камеру. Значит, я обязана всех еще раз проинформировать о том, что мы с 1 апреля начинаем работать в новом движении. Я прошу Александра Васильевича, ну как-то сюда подойдите. Мы уже подводили итоги, Александр Васильевич. Саша, мы подводили итоги уже и много раз говорили о том, что все эти 10 лет работы, они, в общем-то, для меня лично, они не прошли даром. Я вам искренне благодарна за то, что вы научили очень многому. В основном, конечно, в рамках закона работать, и все ваши подсказки – это просто неоценимая помощь. Вот. Но, к сожалению, вот настал такой момент тяжелый, который трудно воспринимается, и, собственно, Спасибо вам огромное. Ну, как вы уже знаете, уважаемые товарищи депутаты, 2 рабочих дня, не считая сегодняшнего, осталось мне быть в этой должности. Я поразмыслил и посчитал уже возможным, может быть, с этической точки зрения, не совсем корректно, и тем не менее, подписал распоряжение и
взял на себя такую смелость в адрес депутатов направить благодарственное письмо. С вашего позволения я его озвучу дословно. Надо же, неожиданно. Да. Вот такого вот порядка. Спасибо большое. Спасибо. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, выражаю искреннюю признательность и благодарность за многолетнее эффективное сотрудничество и весомую поддержку депутатам местного самоуправления Крюково трех созывов 2004, 2008, 2008, 2012 и 2012, 2017 годов. Высокое доверие, которое вы оказали мне на протяжении почти 10 лет возглавлять администрацию муниципального округа. Ваши рекомендации и предложения, конструктивный диалог, жизненный опыт, ответственное отношение к избирателям, чуткое и уважительное отношение к людям, компетентность, взвешенность принятия решений и личное участие в их выполнении как на начальном этапе становления, так и в период последующего развития местного самоуправления на территории муниципального образования помогали мне и возглавляемому мной коллективу в реализации вопросов местного значения и полномочий города Москвы, принятых Советом депутатов решений. Крюковчане отмечают депутатский корпус как консолидацию профессионального сообщества вокруг единых целей в решении важных социально значимых задач. Работать с такими людьми считал для себя большой честью. Выражаю надежду и уверенность на дальнейшее взаимопонимание и сотрудничество. Желаю депутатам исполнения всех планов и желаний, отличного здоровья и семейного благополучия, огромной энергии и оптимизма. Это распоряжение номер 36 от 24 марта. Ну, ну что, я на начальном этапе решите вручить старейшине. В кабинете будет висеть, Александр. Ну не в гараж, не в гараж. В гараж зайдем. В гараже там проведем. Покажи на фотографию Виктора Ивановича. Вот так вот. Ну, с вашего позволения, решите мне довести еще одно благодарственное письмо. Главе муниципального округа Крюково Марине. Уважаемая Вера Сергеевна, выражаю вам искреннюю благодарность за многолетнее плодотворное совместное сотрудничество в органах местного самоуправления Крюково. Хорошо сознаю, что ваша природная мудрость, профессионализм и компетентность, организаторские способности, чувство долга и ответственность, доброжелательное, тактичное и уважительное отношение ко мне и сотрудникам возглавляемого мной коллектива администрации муниципального округа в предыдущее время муниципалитета способствовали хорошему и деловому взаимодействию и взаимопониманию на протяжении почти 10 лет с депутатами местного самоуправления, органами исполнительной власти, учреждениями и организациями Зеленограда, позволили добиться некоторых успехов на должном уровне, решая служебные задачи. Выражаю надежду на продолжение успешного сотрудничества на благо наших жителей и увеличение достигнутых показателей совместной работы. Желаю вам, уважаемая Вера Сергеевна, сотрудникам вновь созданного аппарата Совета депутатов, дальнейших профессиональных успехов, здоровья, неиссякаемой энергии и сил, счастья и семейного благополучия. Это уже распоряжение, правда, под номером 37. Вторая. Ну так, уважаемые товарищи, ну вот, как можно выразить. Это сейчас. Каждый день. Вера Сергеевна сказала, завтра освободи кабинет. Неправда, не говорю. Я послезал. Правильно работаем. Значит, я хочу сказать, конечно же, мне повезло работать с коллективом депутатов трех созывов. Вот еще, начиная с 4-го года. Ну, некоторые из вас во всех трех созывах побывали, а некоторые просто, как, если так можно сказать, новенькие, хотя уже и новенькими это нельзя, наверное, называть, но тем не менее. Поэтому, конечно же, большое вам спасибо. О каждом из вас можно было бы сказать очень многое. Каждый из вас кладезь мудрости, энергичности и вообще просто приятные люди во всех отношениях, понимаете? И в этой части, вот лично для меня, вот работы в том плане, в каком она была, сложилась, это у меня большой кусок времени, который, в принципе, я отдал активно какой-то. Третий этап трудовой деятельности, если так можно выразиться, вот у меня такой прошел в местном самоуправлении. Поэтому большое спасибо, вот общечеловеческое, спасибо за поддержку, за взаимопонимание.
Ну что еще? Завтра приглашаю на субботник по перевозу опеки передаст. Ну, так мы его назвали, поскольку нам уже некуда. Опеку управления в собес приводит. С той стороны то крыло здания будет освобождаться под помещение управы. Аппарат Совета депутатов будет дислоцироваться больше с этой стороны. Вера Сергеевна, кабинет там, где я сейчас сижу. Вот этот зал заседания будет в совместном, если так можно сказать, с управой района. С управой района. С управой района. Ну, тут еще будут оставаться комиссия по делам несовершеннолетних, наши спортсмены. И меня тоже обещают взять с 1 апреля на должность замглавы управы. По вопросам спорта и КТН. И ветеран. Четыре сотрудника. Ну я тогда вам просто для сведения хочу сказать. Четыре сотрудника переходят в Совет депутатов. Один сотрудник из опеки уже в январе месяце ушел в управу района, это Семенихина Елена Федоровна. Один сотрудник, ответственный секретарь КДН, Сахнова Яна Вячеславовна, она ушла замом директора культурного центра, ну не культурного центра, клуба «Радуга», знаете, в 10-м районе такой есть. Вот сейчас в целом под ДК «Зеленоград». Дальше. Елена Анатольевна, как мой заместитель, переходит работать в управу района на должность начальника отдела потребительского рынка и услуг. Могу в должности чуть-чуть ошибиться в названии, но суть такова по рынку. Значит, Федоренко, ему предложили тоже должность начальника отдела, орходела в управе района. Дальше опека в полном составе во главе Галины Владимировны Калыковой переходит в управление соцзащиты, ну, по функционалу. Там 4 человека? Нет, у нас по штату 10 человек. Переходит 9, ну переходит 100%. Я подчеркиваю, по штату. В наличии у нас имелись вакансии, связанные вот с этой вот ситуацией. Хорошо, что по большому счету они были в этой части. Значит, но одну должность, насколько я понимаю, за счет этого забралась Сафонова себе в окружное управление соцзащиты. Вот. Скорее... Не, я думаю, что ну, забрали туда должность главного специалиста, а Галина Владимировна начальника отдела. Еще есть один вопросик, давайте мы закроем. А я же еще информирую народ. Закрыть видео. А, видео. Да, и потом поговорим. Да. Ну, все остальное. Спасибо. Ну, короче, все пристроены, все остаются в пределе. Два директора клубов на днях. Завтра, послезавтра, ну, понедельник, наверное, скорее всего, будут назначены директорами, но уже распоряжением префекта. В прошлом году назначали с распоряжениями главы управы, в этом году подход несколько изменился. Александр Васильевич, вот от имени нас всех мы, конечно, еще раз хотим вам сказать за такие вот неожиданные слова благодарности. Я думаю, что всем очень приятно слышать. И за высокую оценку, чего, может быть, мы и не очень достойны, порой бываем, но вам отдельное спасибо за то, что вы оказывали такую помощь. Вот ваш кабинет в любое время, можно сказать, суток был открыт для депутатов. И для коллектива, все было тоже понятно, что если обращается, приходит депутат, значит, все должно быть на высочайшем уровне. Ну вот, время дает нам отбой, к сожалению. Спасибо вам еще раз огромное. И в заключение я хотела бы вот в разном проинформировать тоже уважаемых присутствующих всех о том, что у нас 20 числа состоялась встреча. Многие из вас были на этой встрече в Совете Федерации. Встреча, на мой взгляд, очень полезной была. Я не буду пересказывать, что там было и...